Кто-то из мудрых сказал: «Мне столько лет, насколько чувствуют себя мои суставы». И действительно, при общем увеличении продолжительности жизни, тот возраст, который недавно считался пожилым, сейчас называют второй молодостью, а то и продолжением первой. Но есть определенные возрастные изменения, затормозить которые достаточно сложно. И типичный пример – это состояние наших суставов. Здравствуйте! Главную тему диалога о здоровье я уже озвучил, но это не единственное, о чем пойдет речь. Итак, сегодня в нашей программе. Простые вопросы о здоровье. Вот такой вопрос уже, возрастной у меня. И ответы на них. Ну и вопросы вы задаете. От чего страдают суставы? От этого и зависит, как правило, чаще всего поражение наших суставов. И как не попасть на стол к хирургу раньше времени? Организуйте себя с питанием. Великая Фаина Георгиевна Раневская, когда ее уже в достаточно преклонном возрасте спрашивали о самочувствии, говорила: «Для меня сейчас здоровье, если каждое утро болит уже в новом месте». Действительно, как ни печально это звучит, но с возрастом болезней становится больше, и вопросы о здоровье множатся пропорционально проблемам. Что в рамках этой темы интересует жителей нашего города, об этом традиционно в начале программы. Чем опасно смешивать антибиотики с алкогольными напитками? Необходимо ли носить солнцезащитные очки зимой? Какой пастой лучше чистить зубы? Но пока ведущие специалисты пытаются найти ответы на эти, в общем, непростые вопросы, я хочу представить нашего гостя. Итак, знакомьтесь, Юрий Коз, главный ортопед-травматолог Гомельской области, заведующий ортопедо-травматологическим отделением Гомельской областной клинической больницы. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые зрители. Юрий, в общем, конечно, ортопедия и травматология – это достаточно сложная и объемная область медицины, и это тема не одной нашей программы. Но сегодня мне бы хотелось поговорить об эндопротезировании суставов. Объясню свой выбор достаточно просто. Очень многие люди, которые нуждаются в данной операции, имеют об эндопротезировании суставов весьма поверхностное или вовсе искаженное представление. Расскажите немного и вы о том, что это такое. Эндопротезирование крупных суставов, которое в настоящее время очень, такое слово можно сказать, популярно во всем мире, а в частности и в нашей республике, а еще, если взять конкретнее, в Гомельской области, развивается, можно сказать, семимильными шагами. Если 10-15 лет назад это были единичные операции, то сегодня эти операции поставлены на поток. У нас в области из 7 имеющихся специализированных отделений травматологического плана во всех 7 производятся операции эндопротезирования. По сути дела, эндопротезирование – это замена своего родного больного сустава, которые причиняют человеку такие страдания, что уже он не может приемом анальгетиков, натираниями каких-то мазей и приемом физиопроцедур снять эту боль. Поэтому в данном случае уже и производится эндопротезирование, замена и постановка искусственного сустава. Прежде чем продолжить разговор, давайте посмотрим небольшую анатомическую справку. Мы не представляем себе жизнь без движения. А между тем, для того, чтобы дать нам такую возможность, работают все системы нашего организма, включая костно-мышечную. Она, в свою очередь, состоит из костей, мышц, связок и, конечно, суставов. Именно о них сегодня пойдет речь. Если не даваться медицинскую терминологию, то сустав представляет из себя соединение двух либо нескольких костей, которые в нашем организме выполняют функцию движения. Существует несколько классификаций суставов. Одна из них – это по плоскостям движения. Существуют одноплоскостные, двухплоскостные и многоплоскостные суставы. Вторая классификация – это по форме сустава. Существуют шаровидные, блоковидные, кубовидные суставы. Ну и третья классификация суставов – по наличию дополнительных каких-то элементов. В частности, в коленном суставе существуют так называемые прокладочки, которые называются мениск, которые дополнительно помогают нашему суставу функционировать.
Сустав, как любой другой орган в теле человека, со временем стареет, а правильнее будет сказать, изнашивается. Кроме того, суставы подвержены травмам, воспалению и дегенеративным изменениям. Все это может являться прямым показанием к проведению операции по эндопротезированию. Юрий, среди причин эндопротезирования суставов чаще всего называются артроз и переломы шейки бедра. И для меня эти болезни ассоциируются, естественно, с проблемами, которые наступают с возрастом. Но наверняка существуют и какие-то другие причины, приводящие к необходимости выполнения эндопротезирования. Давайте расскажите немного об этом. Причин может быть разнообразное количество. Это могут быть системные заболевания. Это может быть ревматоидный полиартрит, это может быть псориаз с явлениями, с проявлениями, заболеваниями суставов. Вообще, все это привело к тому, что в 2011 году Министерством здравоохранения была издана инструкция, определяющая порядок постановки на учет нуждающихся жителей в эндопротезировании крупных суставов. Ход самой операции определяется этой инструкцией, показанием, противопоказанием к этим операциям. Но в инструкции нельзя все вложить то, что имеется у каждого отдельного человека. Все травматологические отделения, которые производят эндопротезирование суставов, не являются автослесарными мастерскими по замену испорченного подшипника автомобиля. Каждый человек индивидуален. И каждый человек определяет для себя самостоятельно, насколько у него его сустав мешает ему жить, адаптироваться к бытовой, к производственной работе. Да, врач объясняет и говорит, что у вас имеется то или иное заболевание, что оно может привести к тем или иным последствиям. И по рентгенограмме, и по клиническому осмотру врач определяет, что и говорит пациенту, вам показано эндопротезирование. А сам пациент принимает решение, насколько это ему нужно, потому что сама операция непроста. Юрий, вот многие пациенты говорят о том, что предоперационный период представляет из себя прям бесконечную череду анализов и исследований. Скажите, а действительно анализов и исследований много, и насколько они нужны перед операцией? Как сказала одна пациентка, когда я дал ей перечень обследования для эндопротезирования тазобедренного сустава, ну, Юрий Казимирович, я это все пройду, а дальше что, меня в космос запускать? Так вот, действительно, весь этот перечень предусматривает, чтобы во время операции или же после операции не возникли все те осложнения, которые могут наступить. Их может быть масса. И все, конечно же, предусмотреть нельзя. Но, тем не менее, пройдя вот этот весь объем обследования, мы уже более-менее гарантированы, что пациент перенесет операцию, и послеоперационный период у него пройдет нормально. Скажите, ну а насколько важно само психологическое состояние пациента, его психологический настрой на операцию, на ее результат? Психологический настрой, конечно, здесь очень большую роль играет. Понимаете, когда пациент решает, что ему нужно делать операцию, он всегда спрашивает у доктора, скажите, пожалуйста, а у меня все будет нормально? В данном случае мы пациенту объясняем, во всем мире существует определенный процент осложнений. Но если вы будете думать, вот изначально, я вам сейчас объясню про эти осложнения, и если вы будете все время думать, что эти осложнения есть и что они могут возникнуть, то в процентах 80-90% случаев это так может и произойти. Если же вы будете настроены таким образом, что вы попадете в процент благоприятных исходов, которые являются большинством, то это будет являться основным благоприятным фактором и для вас, и для доктора во время проведения и после оперативного лечения.
Юрий, вы являетесь одновременно и главным ортопедом-травматологом Гомельской области, и заведующим ортопедо-травматологическим отделением Гомельской областной клинической больницы, и практикующим хирургом. О том, как, в каких условиях проходят операции по эндопротезированию и как чувствуют себя пациенты в вашем отделении, давайте посмотрим небольшой сюжет. Ортопедо-травматологическое отделение на базе Гомельской областной клинической больницы было открыто в 1975 году и в декабре этого года будет отмечать свое 40-летие. Это не просто цифра. За это время врачами отделения разработано и внедрено в клиническую практику более 200 рационализаторских предложений, получено 6 патентов на изобретение и опубликовано более 160 работ. Это научная сторона вопроса, важная, но не самая главная, если положить на весы тысячи человеческих историй, в которых врачи этого отделения сыграли главную роль. Так что 40 лет – это не просто цифра. Сегодня коллектив отделения, в состав которого входят 6 специалистов высшей квалификационной категории по ортопедии и травматологии, специализируется на лечении у взрослых и детей острых повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата, приобретенных и врожденных заболеваний костей и суставов. В целом за год отделение выполняет около 1500 операций, в том числе около 200 протезирований тазобедренных суставов и около 90 коленных. Юрий, ну, пользуясь случаем, мы поздравляем вас и ваш коллектив с юбилеем. Давайте все-таки вернемся к эндопротезированию. Понятно, что искусственный сустав – это металл, это пластмасса, это пластик. Скажите, а часто ли бывают проблемы с приживаемостью искусственного сустава? Есть ли какая-то индивидуальная непереносимость и как это проявляется? Во время и после оперативного лечения и до операции мы с пациентом говорим, что имплантация или замена самого сустава – это техническая проблема хирурга. Как он с ней справится, то вы и получите. Но еще зависит все от того, как ваш организм, ваша иммунная система воспримет то, чего не было ранее у вас. Это достаточно большой объем металлического сплава, титанового, пластмассы, керамика. И как ваш организм отреагирует на это будет все индивидуально. Для примера я пациентам всегда говорю, вы посадите вот передо мной сейчас 5 человек и каждому дайте по апельсину. 4 съедят, будет все нормально. 5 съест, его всего обсыпят. Так ведь это же апельсин, цитрусовый, плод. И человека проявление аллергии. А здесь в тело человека внедряется имплант. Металл, пластмасс, керамика. Да, в настоящее время фирмы-производители делают абсолютно, нельзя говорить, конечно, абсолютно, но нейтральные для организма сплавы для того, чтобы организм никоим образом не почувствовал на себе отрицательное воздействие вот этих всех внедряемых чужеродных материалов. Но в то же время, ну, нельзя все предусмотреть. Поэтому, говорим, во всем мире есть процент индивидуальной непереносимости. А если говорить обычным языком, неприживляемости сустава. Известно, что после операции по эндопротезированию суставов наступает достаточно длительный период реабилитации. Насколько важен этот этап? В 100% случаев после эндопротезирования сустава пациент начинает реабилитационный процесс уже на койке, в послеоперационном периоде, после того, как он выйдет из наркоза. Врач подходит к пациенту и говорит, как он должен напрягать мышцы, как он должен двигать стопой сразу же в первые часы после операции для того, чтобы мышцы не бездействовали, чтобы кровь бежала быстрее по этой ноге. От этого будет и рана лучше заживать, и тонус мышц сохранится. Это когда спрашивают, когда нужно заниматься реабилитационным процессом. То есть сразу же, после операции? Сразу же. Есть ранняя, есть поздняя реабилитация. Так вот, ранняя реабилитация начинается в постели. Если сустав поставлен корректно, и пациент чувствует себя неплохо, то на 3-4 сутки пациент ставится на костыли
и начинает ходить с помощью костылей, частично приступая на поврежденную ногу. Примерно на 10-12 день он выписывается из клиники с рекомендацией и направлением в реабилитационные центры, которые имеются в Гомельской области. В настоящее время имеется 5 реабилитационных центров. Нахождение в реабилитационном центре занимает примерно 18-21 день, где под контролем инструктора по лечебной физкультуре пациент обучается правильной ходьбе, он получает комплекс процедур. Это физиотерапевтическое лечение, массаж, занятия на тренажерах. То есть с каждым индивидуальным. Здесь хочется отметить, что пациент после того, как ему произведена была замена тазобедренного и коленного сустава, он начинает ходить заново. Потому что 10, 15, 20 лет человек привыкает к своему больному суставу, и он ходит так, как ему было удобно с этим больным суставом. То есть неправильно. Мы-то ведь со стороны, любой человек скажет, что он, человек ходит, хромает, он перекошен. Но ведь каждый подбирает ходьбу под себя с больным суставом. А здесь мы, травматологи-ортопеды, меняя сустав, анатомично ставим так, как природой было заложено изначально у этого человека, нормальное строение и нормальная адаптация этого искусственного тазобедренного сустава, идентичного к здоровому. И пациент в ходе реабилитации, вот как маленький ребенок, который начинает ходить в 3-4 года, так же себя и ведет. И здесь важно не упустить тот момент, чтобы он все-таки выработал стереотип ходьбы для того, чтобы ходить нормально, не чувствовать себя ущербным. И здесь очень важно само понимание пациента, перенастрой себя с того, чтобы правильно научиться ходить. И, конечно же, здесь многое еще зависит от инструкторов ЛФК, а также травматологов-ортопедов. Юрий, ну считается, что искусственный сустав служит 20-25 лет. А какие факторы сокращают либо удлиняют период службы? И вообще, как меняется жизнь человека с искусственным суставом после операции? Да, средние сроки – это то, что вы назвали. Но, опять же, каждый человек индивидуален. И, получив искусственный сустав, каждый ведет себя таким образом, как считает нужным для себя. С оговоркой, что ему говорит травматолог, хирург, который производил ему операцию. Если выполнять те рекомендации, которые даются, и можно прожить обычной жизнью 20-25 лет с этим искусственным суставом. Если же относиться к нему таким образом, как я уже говорил ранее, набирать избыточный вес, прыгать, бегать, танцевать, то риск получения нестабильности этого сустава гораздо больше у тех людей, которые будут выполнять эти рекомендации. Сейчас пошла волна повторного или ревизионного эндопротезирования суставов через 10-15 лет после первичной операции. Ну, наверное, это связано в первую очередь с тем, что люди не соблюдают рекомендации по образу жизни, но об этом мы поговорили раньше. А вот скажите, пожалуйста, чем опасно повторное либо ревизионное эндопротезирование? К сожалению, на сегодняшний день это один из актуальнейших вопросов во всем мире. Операции по эндопротезированию крупных суставов привели к тому, что первичное и ревизионное эндопротезирование в развитых цивилизованных странах, где это уже идет 40, 45, 50 лет, привело к тому, что соотношение первичного и ревизионного эндопротезирования стало 1:1. То есть на одну операцию первичного, одна операция ревизионного. Придет время, что эта проблема возникнет и у нас. Мы видим, что количество ревизионных эндопротезирований у нас увеличивается с каждым годом. Уже соотношение в нашей области, оно примерно 1:5. Это те пациенты, которым мы ставили протезы 10-15 лет назад.
Факторов, приводящих к ревизионному эндопротезированию, достаточно много. Одна из них, мы снимаем никакой ответственности ни с себя, это технические могут быть погрешности, но это лишь малая толика. А ревизионное эндопротезирование может быть и связано еще с тем огромным количеством причин, которых не хватит времени передачи, если их буду называть. Это от простого инфицирования до поздних гнойных осложнений. Ведь те же самые кариозные зубы у человека могут вызвать инфекционный процесс в эндопротезированном тазобедренном суставе с последующими всеми вытекающими осложнениями. Мы всегда предупреждаем пациентов: вы заболели ангиной, пневмония, у вас кариозные зубы, у вас воспаленный желчный пузырь. Всегда проводите профилактическое лечение с установкой на то, что у вас имеется искусственный тазобедренный сустав. Он очень болезненно реагирует на все те явления, которые происходят в организме. Профилактически всегда эти пациенты должны принимать антибиотики. Ну, а чем же опасно ревизионное эндопротезирование? Ревизионное эндопротезирование опасно тем, что, во-первых, операция довольно-таки непроста. По объему и сложности она гораздо тяжелее первичного эндопротезирования. Здесь нужно удалить тот протез, который имеется в организме, подготовить место в костях бедренной, тазовой кости, место для того, чтобы был внедрен ревизионный эндопротез, поставить его туда и в последующем провести массивное антибактериальное лечение, чтобы произошла приживляемость этого ревизионного эндопротеза. Наша встреча уже подходит к концу, и самое время вернуться к вопросам, которые прозвучали от жителей нашего города в самом начале программы. Тем более, что наши специалисты подготовили на них квалифицированные ответы. Чем опасно смешивать антибиотики с алкогольными напитками? Очень опасно. Алкоголь, так как алкоголь снижает активность ферментов печени, которые расщепляют антибиотики. К тому же он способствует повышенному всасыванию лекарств из пищеварительного тракта, тем самым являясь причиной некоторых токсических реакций и передозировки. И еще, некоторые антибиотики, вступая в химическую реакцию с алкоголем, приводят к серьезным побочным эффектам, начиная от тошноты, рвоты, одышки до судорог и вплоть до летального исхода. Необходимо ли носить солнцезащитные очки зимой? В темных очках у нас расширяются зрачки, и если качество линз, вот этих стеклышек, недостаточно хорошее, то в глаз попадают вредные ультрафиолетовые лучи, которых мы все не видим, но глаз это ощущает, и повышаются риски тех же катаракт, ну, всеми наслышанных, и других заболеваний, в том числе сетчатки глаза, важные структуры глаз. То есть, если и носим мы очки в любую пору года, то это очки с хорошего качества. Какой пастой лучше чистить зубы? Пасту, конечно, подбирает стоматолог, советует. Но вообще пасты существуют, значит, гигиенические и лечебно-профилактические. Гигиеническими пастами можно пользоваться каждый день без ограничений, а лечебно-профилактические пасты стоит ограниченно использовать, так как входят различные вещества в них. Допустим, хлоргексидин, можно использовать такую пасту с хлоргексидином не более 2 недель. Также отбеливающие пасты, они противопоказаны беременным, потому что там достаточно большие размеры частиц абразивных, и это может повредить эмаль у беременных, у кормящих и у детей. Юрий, перед тем, как попрощаться, я бы хотел попросить вас сказать несколько слов нашим зрителям о том, как беречь свои суставы и как не попасть на стол к хирургу. Очень, конечно, сложно давать советы всем. В первую очередь, традиционно берегите себя. Организуйте себя с питанием. Помните, что каждый килограмм избыточного веса может привести вас к той операции, о которой мы сейчас говорили.
ведите правильный образ жизни. Не занимайтесь спортом, если это ваш, не ваш хлеб, а занимайтесь физкультурой, занимайтесь плаванием, ездите на велосипедах. Вот это продлевает жизнь ваших суставов. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Юрий Кос, главный ортопед-травматолог Гомельской области, заведующий ортопедо-травматологическим отделением Гомельской областной клинической больницы. Говорили мы сегодня об эндопротезировании суставов. Юрий, спасибо вам за интересный рассказ. Спасибо вам. Берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новой встречи в программе «Диалог о здоровье».